Всем привет! Были мы сегодня опять в школе, ездили за материалами и учебниками. В итоге нам дали вот такой вот рюкзачок. Не всем давали, дали нам, как вновь прибывшим студентам. В рюкзачке наушники. Мелочь, а приятно. Далее какие-то приветственные брошюрки. Пенал с цветными карандашами, ножницами, точилка, ластик. Это текст-маркер, текстовыделитель 2 и вот 2 клея. Угу. Спасибо большое. Дальше вот здесь идут вот эти знаменитые американские листы тире-тетради. И вот еще 4 тетради. Вот такие, да, 4 тетради. Далее 4 папки картонные. Понятия не имею, для чего они. Ну, наверное, для чего-то нужны. Вот еще приветственное. Welcome, ESL. Господи, что тут написано? Packet какой-то. Приветственное, значит, слово тут. Как пользоваться Chromebook'ом. Какие-то тоже материалы. Нужно все читать, изучать. Будем изучать. Обучение чтению. Soccer Sam. Какая-то книжечка цветная, симпатичная, такая красивая. Еще какая-то тетрадь. Не знаю, чем они отличаются. Может быть, какая-то для чего-то. И вот такая Texas Middle School Math Series. То есть это для студентов книги, что ли? Или тетради, или книги по математике. Ну, будем учиться математике. Такая толстая, тут две части. Еще не открывали. Посмотрим. Спасибо большое от Middle School. Очень приятно. Трампу спасибо. Вот, ну... Надеемся, скоро будем ходить уже в школу не онлайн. Златочка этого очень ждет. И с новым рюкзаком, с тетрадками и канцелярией пойдем все-таки очно в школу. Всем спасибо, всем пока!